Утреннее заседание в Чебоксарской городской администрации сегодня началось с аплодисментов. Дважды они звучали за хорошую подготовку и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Но наиболее бурные и продолжительные были адресованы первому руководителю единой диспетчерской службы города Валерию Гладкову. Сегодня его проводили на заслуженный отдых. С февраля 1999 года, с момента образования единой диспетчерской службы, до настоящего времени 20 лет возглавлял ЕДДС города Чебоксары. Валерий Анатольевич все эти годы добросовестно исполнял поставленные задачи, первым отвечал на запросы горожан, организовывая работу городских служб, первым был на проблемных участках, на участках чрезвычайных ситуаций, давал дельные предложения по выходу из сложнейших ситуаций. Решением Чебоксарского городского собрания депутатов за многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства и успехи, достигнутые в трудовой деятельности, награждается медалью «За заслуги перед городом Чебоксары» Гладков Валерий Анатольевич, начальник единой дежурно-диспетчерской службы муниципального бюджетного учреждения Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.